Отже, цього тижня столичний «Арсенал» офіційно виключили зі складу учасників прем'єр-ліги. Контрольно-дисциплінарна комісія вирішила дотриматися регламенту, згідно з яким достатньо двох неявок на матчі, аби команду зняли з чемпіонату. Причина неявок «Арсенала» загальновідома і банальна – фінансова. Через неї команда очікувано припинила своє існування. Один з найдосвідченіших гравців-канонірів Віталій Рева закликає зробити висновки з цього факту. Сьогодні в цій ситуації оказались ми, завтра це чекає когось іншого. Це може коснутися вас, допустимо, або телевізійних ведучих. До цього рішення все одно ми були готові. Воно має бути, може бути, на неделю или на две раньше, ну, случилось то, что случилось. Тут просто опасная тенденция, понимаете? И я хотел бы обратиться, ну, я не знаю, к футбольной общественности, чтобы люди чуть призадумались, когда проводят свою работу, там, выдача лицензии или так далее. Сегодня я услышал так интересное выражение, якобы мы были мажорной командой, в смысле киевская. Нет ни стадиона, ни базы, ничего. Но помимо того, что у нас ничего нет, это была футбольная команда, которая демонстрировала определенного качества футбол. На думку Віталія Реви, «Арсенал» мав зникнути ще на початку листопада, але кілька тижнів питання трималося на ентузіазмі гравців, якому теж прийшла межа. Ми реально вже десь дві тижні розуміли, що ситуація для нас плачевна. Тішить себе надіждами о том, що от, ну, я перестав себе вже давно, поговорив з Вадим Зіновичем, я розумів ситуацію. Тут ще можна, допустимо, зрозуміти собственника, якщо він дійсно собственник. Ну, немає у нього грошей, да, допустимо. А держава не йде навстречу в якихось моментах. Я хочу зараз хоча б для себе зрозуміти. От ми зіграли 13 ігор, зараз їх всі анулюють, це анулюють і наші результати, все. Как бы для меня это хорошо, потому что я там в 4 матчах пропустил 8 голов. Если мне это убрать, мне будет меньше пропущенных. На самом деле, я не понимаю просто, как вот статистику смотреть. Хотя бы я для себя на этот вопрос не могу ответить. А все остальное, Арсенал, ЦСКА, Борисфен, ну это такое. Я просто уходил с команды, она была ЦСКА. Вернулся в 2007, она была Арсенал. Для меня ничего не поменялось, потому что были те же массажисты, те же доктора, понимаете? Как бы люди, которые ассоциировались у меня с этим клубом. И они сейчас брошены тоже на произвол судьбы. Им ничего не заплатили и сказали: ребята, до свидания. А им уже пенсионный возраст, и они не как молодые футболисты. Раз, завтра пришли в какой-то другой клуб. Им надо дальше как-то жить, существовать. И об этом многие забывают. Сам Віталій Рева, який захищав ворота в усіх трансформованих командах – Борисфен, ЦСКА, Арсенал – ще не визначився з продовженням кар'єри, але досвід, набутий у кабінетах і вуличних акціях під час перемовин щодо існування команди, візьме на озброєння. Ми живемо как бы, да, в Європі, не в Європі, я не розумію, да, на сьогоднішній момент. Здравствуйте. В Європі ми чи не в Європі? Но... Все печально. Есть столько вопиющих фактов по отношению к футболистам. И самое обидное, что футболисты, они не знают, как правильно поступать в этой ситуации. Они молчат. Им не платят 2 месяца зарплату, они молчат. Они играют, стараются, доказывают, думают, что все будет хорошо. В конечном итоге их, ну так, пробрасывают и говорят: ребята, идите дальше. Можно говорить о там, работе федерации, работе премьер-лиги и так далее, но это все бессмысленно. Мое мнение. Тут есть определенная система, и в этой системе координат надо как-то потихоньку что-то менять, для того, чтобы не существовало таких фактов вопиющих. Ну ничего, оно в жизни, знаете, как все возвращается. Хорошее, плохое. Руслан Свірін, Вадим Мараховець, телеканал «Київ».